Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar met a bitch on tour. Cam did too. Cam did too. Dollar met a meal on tour. Cam did too. Cam did too. Здарова всем, друзья, с вами я, Мистер Чир, и у нас сегодня наградки за Food Champions. Эту уикенд-лигу я отыграл без стримов, отыграл ее сам, взял золото один. Честно, в воскресенье играется намного легче, поэтому, мне кажется, будем стримить мы по воскресеньям в Элочку. Ну, посмотрим. Посмотрим еще. Но команда недели шикарная. Кого бы хотелось, конечно же, это Фабиньо, там, Жезуса, да. Я не знаю, что нужно сделать для ESport, чтобы они дали мне Месси или Гризмана. Я готов на многое, поэтому, если что, обращайтесь, если вы мне, конечно, дадите этого игрока. Ну, а так, больше, если честно, некого. Некого взять из этой команды недели. Ну что, награды за Food Champions. Два красных игрока. Давайте посмотрим, кого мы с вами возьмем. Погнали. Дайте хотя бы рейтинг. Даже рейтинг не дают. Ну, ТТ пускай будет. Первый и второй. Ну, дайте хотя бы рейтингового пацана. Спасибо. Пепе. Никого, можно сказать, нам не дали. Это печально. Два француза из французской лиги, короче, два игрока. Ну, у нас два пака по 100 тысяч. Два пака по 100 тысяч, которые, надеюсь, хоть раз мне дадут волкаут. Волкаута у меня очень давно не было, поэтому вся надежда хотя бы на один волкаут. Волкаут. Ну, наконец-таки. Наконец-таки. Бразилия. ЦОП. Казимиро. Что мне так подлагивает звук, я что-то немножко не понял. Странно как. Ну что, Казимир — это хорошо. Ну еще надежда на кого-нибудь там игрока еще подороже. Нет, все, обойдешься, как говорится. И этим, что тебе мы дали? Ну, Казимиру — это, конечно, монетки. Давайте посмотрим даже, сколько это монеток. Честно, я даже не знаю, сколько он стоит. То, что я даже и не интересовался ни разу. Минимум, ну, 40 тысяч. 40 тысяч он свои стоит. Окей. Окей. Ладно, второй пак за 100 тысяч. Если сейчас дадут второй волкаут, это будет просто... Нет, не дадут. Поэтому я печален. Хотя бы краны. Испания, как обычно. Кто это? Коки ЛПшник. 85 рейтинг тоже неплохо. 85 рейтинг тоже неплохо. Больше никого? Ну, такое себе. Отправляем все на трансферный рынок, потом просто продадим. Может, кто-нибудь даже подороже будет. Ну, такое себе. Увидимся с вами завтра на стримчике. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать. Поэтому пока.